Ничего не понял. То есть у меня скрипт не сработал или что, что я должен был призрак просто убежать? Всем доброго времени суток, с вами Александр Кадрашов, мы продолжаем проходить этого ведьмака. Он даже не умер, он просто съебался. Причем он почему-то вот он не встает, типа, сейчас потому что не боевой этой. Нихуя не понимаю. Вот я серьезно сейчас не понимаю вообще ничего. Просто не сработал какой-то скрипт, как у меня несколько раз уже было в конце второго ведьмака эта херня. Ладно. Не очень хорошо получается. Я очки умений-то получаю, а, пардон, не то. Уровень не прокачивается. Но я, в принципе, могу улучшить вот этот еще разок. Урон от быстрых атак. Да, давай. Им сейчас пользуюсь. Нет, ты, в смысле, не понял. Мой знак и пятерка, да, по-моему, да. Ой. Ай! Ну, поехали. Геральт, ты можешь? Ох, пизда руля. Так, не давай серебряный тут возьмем. Сейчас, секундочку, кстати, я посмотрю одну вещь. Здесь, что ли, где-то я должен найти? Ну, может быть, может быть. Но здесь вопросик должен... А, вот тут. Или вот тут. Ладно, сейчас будем проверять. Просто прочитал там про мельницу. Это, видимо, он же, поэтому он и не должен. Геральт! Ну да, вот у него здоровье, видите, не полное. Вау, охуеть. То есть это призрак, который должен был, типа, он вылезает сначала перед скрепом. Потом я его пару раз, значит, ударил. Ну, точнее, сбил ему больше половины часть здоровья. Он, типа, съебывает к себе в склеп. Я захожу в склеп и добиваю его. Но вместо того, чтобы съебаться, он продолжал меня пиздить. А поскольку там по скрипту я не могу его убить там, потому что я должен его убить здесь, чтобы задание выполнилось, он становится бессмертным. Блять, какая же прелесть. Охуеть. Вот это да. Так, ну-ка. Ну, что-то у вас неприветливо. Так, давай прочитаем про этого, про... Призрак. Заверши перед смертью все свои дела, попрощайся с семьей, напиши завещание, попроси прощения у тех, перед кем виноват, а иначе останешься тут. Пауль Викер, знахарь, совету умирающего. Священники и ученые неустанно спорят о том, действительно ли души отправляются после смерти в мир иной, где их ждут вечная радость или страдания. Обе группы, однако, согласны с тем, что происходит с душами, которые по каким-то причинам остаются в нашем мире. Они становятся призраками. Судя по причитаниям этих созданий, завидовать их судьбе не стоит. Лунная пыль, масло против призраков, Ирден... Квен? Ну типа щит. То есть Квен хорошо гасит их эти удары. Понятно. Но. Спасибо. Ваше высочество наконец-то соизволило. Можешь, Геральт, пожалуйста. А этот факел почему-то он не зажигает. Так, ладно, хер с ним. То есть вот лежащий на земле факел может поджечь, а вот этот вот факел он не может. А, нет, может. Нет, не может. Ладно. Геральт, ты странный. Так. Я все эти грибочки собирать не буду, окей. Письмо Крайгрима из школы змей. Серебряный меч школы змей. Письмо Кальгрима из школы змеи. Ивару Злобоглазу, мастеру ведьмачьей школы змеи. Я нашел все легендарные чертежи нашего цеха. Однако возникли некоторые сложности. На обратной дороге к нашему убежищу я остановился отдохнуть в деревне на Тимерском пограничье. А тут пропал какой-то сопляк, и чертовы мужики сделали из меня козла отпущения. Обвинили во всем меня. На допросе в замке у местного владыки солдаты нашли один чертеж и отобрали его у меня. Но не волнуйся, я его верну. Остальное они не нашли. Я сослался на обычный тимерский закон и потребовал заменить судебный процесс поединком. Местный баронет сам на это согласился, и послезавтра я должен буду очистить его родовой склеп от призраков. Как два пальца обмотать. Может, я вернусь в наше гнездо еще прежде, чем ты получишь письмо. Так что разводите огонь в кузне, а я вот-вот буду с чертежами. Кальгрим. Ну, задание выполнено. Так, какие-то ништяков понабрал. Сортируем на всякий пожарный. Так, что у нас здесь? Охотничьи перчатки. А, и тот охотничьи перчатки. Кстати, вот эти вот поломанные, судя по всему, да, эти? Эти чуть менее поломанные. Они, в принципе, уже в паре мест чуть-чуть... Ну, конечно, нет, это того не стоит. А кавалерийские перчатки. Хуйня. Топор я не могу, потому что 4-й уровень. Ну, вроде-то все. Да? Гейм. Ой, господи боже. Так, надо найти второй сундук. Точнее, ключ от второго сундука. Место силы. Да, я знаю. Отсюда изливается магия. Я в курсе, Геральт, я в курсе. Так, дай-ка вот сюда. Не, подожди. Вот здесь, по идее, ключ. Я понял. Ага. Там вроде какой-то должен быть лагерь или задание, или еще что. Сейчас, может, что-нибудь поломаем. Ну. Серьезно? Все ясно. Мне не очень хорошо показали. Мне показали конечный результат, а ключ-то от него в каком лагере лежит, блядь. Этого сундука ебучего. Мельница, подожди, какой же был? Школа земли. Во. Не, подожди, это золото дезертиров. Сейчас. Ах ты ж, ёб твою мать. Момент. Чтоб мне игру уж не сворачивать. Опа. Так, сейчас. Ведьмак 3, золото дезертиров. Там просто будет... Это она так должна быть? С такими дырками? Да что, блядь, как ты сел теперь, как-то неудобно. Блядь. Так, золото дезертиров, бла-бла-бла. В ходе другого задания. Окей, это другое задание. Поехали. Другие задания. Я показываю, где сундук. Вот здесь, скорее всего. Затопленный возле моста сундук, это, наверное, оно вон там. Просто чтобы потом не забыть, где у меня что лежало и так далее. Здрасте, ребят. Я там призрака убил, если что. Обращайтесь. Ведьмаки поганые. Добрый хотел свой вежливо. Не захотел. Да-да-да, я к тебе обращаюсь. Че тут один? Извини, я не очень хорош пока в этом. Я еще тут учусь. Ух ты ж лоб. Иду. О, спрятанные сокровища тут. А там чувак, он в 2 метрах собирает что-то, ему нормально. Эть. О, ключ с темирскими лилиями, окей. Ну, мы уж осмотрим здесь все. Так, ладно, все это забираем, потом будем смотреть. Все, больше нет ничего. Что-то еще вроде мелькало, нет? Ладно. О, пардон. Пропитанные кровью военные приказы. Я же про эту информацию. Приказ сотника всякому встречному. Подателей сего письма с сопровождением доставить на север до границы, где у Аксенфурта их будет ждать реданский отряд. Как реданцы благородного рождения, эти люди находятся под опекой короля Родовида, и даже один волос не должен упасть с их головы. Все, что они везут с собой, это их собственность, и должно оставаться с ними. Нарушитель приказа будет отдан под суд и немедленно казнен. Рандал Виттенберг. Так. Это разные деньги. Разобрать на составные, а это что? Награда за боевые заслуги, окей. И как из этого вытекает, что мне надо к мельнице, я сейчас не очень понял, ну ладно. Потому что у меня метка вот на карте тоже появилась. Но пошла. Если логично думать, то... А как? Как вот Геральт понял, что надо к мельнице? Пожрем пока на лошади, будем катиться, что там сегодня. Ну, у меня очень долго ролики рендерил, я его без перерыва закинул ему Ведьмака играть, наверное, все-таки. Если еще прерываться, то да, видишь? Кто-то заботливо уже назад все сделал. Нет? О, хорошо, это мне нравится. Так. В смысле? Ну, забрызганный листок, что это за забрызганный листок? Химки, ничего удивительного, что мы войну проигрываем, раз наши солдаты такие пиздюки. Достаточно было пару стрел из кустов пустить, киснем добавить, вот уже и вся война. Весь конвой разбежался в рассыпную. Может, у них по тому делу не заладило, что они с собой до черта водки везли? Должно быть, отважные солдаты то и дело закладывали. А известность в глазах двоится, так и попасть сложнее. То, что мы собрали, отнесу в тайник, потом загоним кому-нибудь. Только вот эти парадные значки надо закопать или сжечь. А то это, кажется, воинские символы. Если кто их распознает, у нас могут быть неприятности. Кайтак. Текс. Лучшее седло. Энергия плюс 25. Окей, естественно, меняем. У плотвы обнова? Красота. Я аж прочитал. Эх ты, блядь, перегруз. Я телепортироваться с перегрузом могу? Кататься на лошади с перегрузом? Извини. Да не так надо. Ну-ка, плотва. Ну, на лошади, наверное, смогу. Она, скорее всего, будет быстрее уставать, если пускать ее галопом. Че, не хочешь, да? Ладно. Давай. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Опа. Сейчас узнаем. Ну, та, ничего, так доскачем. Не, можно, смотри-ка. И это самое главное. А да, в том же Fallout там же нельзя с перегрузом путешествовать в Fallout. В Скайриме, наверное, тоже. Так. Сама уж не знаю. Набрать, не набрать. Суп-то надо готовить. Так, ему или тому продавать? Ему или тому продавать? Так, компания... А, что? Ну вот у меня есть все, но у меня, сука, нету этого. Ну, этот, у него урон больше. Ну, как-то. Во, серебряный меч, школа змеи, тоже на все хватит. Ну да, вот понятно, здесь серебряный меч, школа змеи, и обычный меч, школа змеи. Это все. Охотничьи сапоги, в принципе, во всем лучше, чем мои. Ну, почти во всем. Эти нет. Так, то есть мне уже вот это вот. Бежать перчатки? А, да, эти нет. Так, ладно. Просто я думаю, продавать, не продавать что-нибудь ему. Он же, ну, бронику можно вот это все продать. Мечи, топоры. Потому что, еще раз, у нас же здесь нету этого... Он говорит, что единственный кузнец еще в округе, поэтому... Такая вот подстава. Так что, может, сходишь ко мне? Привет! Дай-ка взгляну. Так, поехали. Ведьмачий. А, вот этот я думал, да, я его починить хотел. Эх, пизда, ладно. Так, вот еще один такой есть. Сейчас будем, как говорится, все это тестить. Так, ну перчатки, прочее, это... Это я кузнецу продам. Блин, здесь какие крутые штуки есть. Но на них, но на них и денег надо. Прочное седло. Седельные сумки. Вот это все надо бы, по идее, купить. Бери. Так. Плотва, распихивая коров. Бабка мне рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали видеть. Ай, вот так уран случился у околицы. Так, раз я тут. Ну, напитывался, то все. Ему чик-чик, башку-то и отрубили. Только мальчонки. Так, он уже устал. Ладно, это та игра, от которой может устать. Так, в тайник что я перекину? Моребора, ведьмачий стальной. Доспех из Кайрен Морхена. Во. Так, еще раз по броне. Что у меня? Хуже. Хуже. Я, правда, починить бы, но броня у меня сейчас, я себе как раз новую сделал. Деньги на это потратил, поэтому... Ты там тебе. Пойдем так. Все, все, ухожу. Гестера, пропустишь со мной круг? А теперь... Конечно, на полях Нильфгарской страны... Эмгир император наделал штаб. Привет. Так, покажи мне товары. Тыкс, тыкс, тыкс. Ну, во-первых, эти все замечательные штанишки, конечно, мы продадим. Перчатки. 4 броня, все, продадим. Так, теперь... А, ну это продаем еще. Далее. Разобрать, что у нас вот эти... Вот, наверное, всякие драгоценности. А, но он теперь мне уже не нужен, потому что я его... На железную руду, давай. Так. За 465 его можно продать. А ты его купишь за 465? Ну, просто интересно. 465 этого можно продать. Где? Ха! 101. 465. Ну пусть поваляется, оно нихуя не весит. А, ну нам там копейки-то весит. Ладно, это я не буду продавать, что-то я тут тоже разобрал. Ну, за 25, ладно. Хотя мне деньги сейчас не надо тратить. Давайте я просто его продам. Ой, не. Я дурачок. Сейчас, погодите, лавка. Фу. А ему не нужно. То есть разобрать он может. Так он нам нахер не нужен. Ну, что ж. У меня немножко есть 240. Там, по-моему, у него куча всяких рецептов классных. Кавалерийские перчатки. Ну, наверное, здесь, в принципе... О, это что такое? Так у меня же есть, по-моему, сильные сумки. Ну-ка, здесь можно сделать так? Ну-ка, секундочку. Бывай. А, сумок у него вообще нет. Окей. Геральта. Но там, по-моему, у нашего этого парня какие-то... Там, по-моему, получше продаются у него сумки. Просто на что-то одно у меня уже хватит. Давайте хоть одну что-нибудь купим в лошади. Ладно, понятно. У них-то уже одни и те же разговоры. Так, дай смотреть. 183. Значит, что у нас? Лошадь меньше пугается, у лошади больше энергия и прочные седельные. А, нет, темерские седельные сумки. 30 забьют. А те, какая, по-моему, обычная. Ну, короче, вот это я покупаю. У нас остается 57. Карты для Гвинта будем покупать или мы их будем искать? Катапульта. Боец синих полосок, лучник какой-то, рубайлы и король фольта. 150, за 50 монет. А, кстати говоря, у меня же вот. У меня два седла обычных. Давай-ка я их тебе продам. Чего они наваляются? Ладно, пока оставлю, мне деньги еще будут нужны. Я лучше что-нибудь из этого потом куплю. Значит, счет у нас 183, 229. 183. Ну, короче, 250, вот уже тогда можно что-нибудь думать. Так, бывай. Береги себя. И... Оп, оп, оп. Сумочки. Вот, теперь вес 90. Это реально довольно странная херня, учитывая, что, типа, знаете... Ну, как это сказать? Сейчас, секундочку, ласточку. Кстати, ласточку сюда. Да? Ага. Все, окей. Странная херня немножко в том плане, что типа лошадь-то со мной не всегда. Мне мама не позволяет с чужими разговаривать. Твоя мама молодец. Так и надо. Скажи своей маме, пусть продолжает в том же духе. Так, теперь мы как? Мы вот так или вот так? Вот у нас здесь осталось просто всего ничего. Остальное все, да. Тогда мы сейчас вот сюда мотанемся. Угу. Ладно, что, купаться пошла, что ли? Дайте сумочку, смотри, какую классную. Продержись? Вот, по водичке. Ух ты, моя холёсая плотва. Ты моя радость. Не торопись. Чё, не торопись, торопись как раз. Плотва, не слушай Геральта, торопись. Такой родился. Чё, такие вопросы, знаешь, у взрослых людей спрашивать. Чё у тебя с рожей вообще? Ну не вышел я рожей, что ж теперь. Ну про мельницу, кстати, про мельницу ничего не было написано. Никакого там, как сказать. Конечно, просто, ну мельница и мельница. Есть такая локация, говорит, все. Просто она заперта и что-то на ней можно найти. Ничего не было. Медальон дрожит. Это место силы. А, то есть часто, смотрю, бывает, да, гнездо чудовища одновременно рядышком место силы. Ну-ка, можно? Пацаны? Пока меня пацаны не видят. Я быстро... Пацаны, я быстро сейчас приду. Вот это мы... Гнездо Гулли, надо его уничтожить. Опа. Буцк. Бамбанула. Вот теперь поехали. Да... Геральт, блядь, ну вот что ты встал? Вот он сделал два удара и стоит, смотрит на него. Так, это босс будет. А, нет, обычный. Его оставили за главного. Да, бомба у меня осталась одна. Капец, у него слух. Геральт. Так, наверняка что-то там из гнезда тоже выпало. Ну ладно, сейчас удары еще прокачаем сюда. Хотя можно вот это, по-моему, да? Не-не-не. Нельзя, окей. Либо можно знак еще один. Чтобы арт еще. Да, давайте арт еще качнем. Так, это значит, получается у нас сразу два значка, да? Да. Теперь у нас... То есть мы сейчас идем вот сюда. Нет, давайте мы вернемся. Нет. Давайте все-таки вернемся по дороге. Вот это все сначала зачистим, потом вот этот и на задание. Вот так. Так. Конечно. Моя родная. Ты мой хороший. Поехали. Пошла. Там много волков, но насрать на них, не обращай внимания. Они далеко, и тебе их в обиду не дам. Вон, дядьки с оружием, они нас защитят, все что. Да, дядьки? Окей. На! Ой, немножечко бухнул. Жи. Это у меня здесь бухло стоит? Пища. Как отдохни. Как магически она не используется. Ну ладно. Он не магический. Ну, короче говоря, для приготовления. Медальон, да. Это место силы. Иди сюда. На пьяную голову давай. Ну, призрак заебал. Какой призрак тролля, а? Призрак. Не-не-не, только сюда, только сюда. О! Ну да. Я до конца игры буду каждый раз думать, что я буду видеть призрака, типа, бля, а вдруг. А вдруг. Так, от призрака. Ага. Стараюсь ингредиентики. Окей. Why the hell? Ну, давай мы его еще вкачаем и... Так что уж не тот. Так, и... Ням-ням-ням. Как раз перед знаком силы помедитировать, самое то, да, шуш. Почему еще эскейп? Ну, в какой-то игре, видимо, был эскейп. Вот я и... А, стоп, да, это сначала сюда. Там, по-моему, будет задание, если что, никуда. А мы потом будем делать. Я вижу, уже одна лошадь туда свалилась. Да вы заебали, я ничего вам не сделал. Латва не так быстро. Латва, все нормально. Да, кстати, Геральт, ты когда свою произнесешь эту культовую фразу-то? Пятую серию пишем, ты какой-то раз сказал мне, ну, не мне точно, как раз таки наоборот. Но. Ага, это деревня занята этими. Окей. Так, ребят, тут смотри, тут такое дело. Вас всех выселяют нахуй. А, это Гуля, окей. Ну, тем более вас выселяют всех нахуй. Ну что, паскуда? Я вспомнил, что можно... Я знаю, что меня пиздит, но я пока все эти мелочи, я даже с ними не хочу. Так, ну сейчас народ вернется, да? Да. Геральт, ну поняли. Если им казалось, какой-то маленький монстр здесь бегает. Знаешь, ведьмак, про тебя всякое болтает. А я вот не забуду, что ты для нас сделал. Ну, спасибо, мужик, спасибо. О, толковый, адекватный человек. Приятно находиться в одном пространстве с ним. Так. Откуда боги привели? Земной поклон. Не, ну эти прям увидели лично, что я вот им помог, поэтому-то они все тут и радостные. Ух, если бы это чего есть. Еще бы у вас кузнец был бы. Господи, вы... Я просто задел. Я просто что-то задел. Что вы орете? У костра попей горячую чайку и посиди у костра, погрейся, прям чтобы пропотеть. И все пройдет. Надеюсь. Хотя, возможно, от чума и ты умрешь. Ну тогда как бы уже извините. Куда деваться, как говорится. Я спищу вашу кружку. Так, а там появился торговец. Это кто у нас? Травник, да, наверное, тоже? А, это купец. Да, травник у нас отображается это... свои товары. Листиком таким. Травкой, собственно. Нет, это травник, блядь, это травник. Только почему-то он отображается уже не как травник, а предыдущий травник отображался как травник. Ну, вы поняли. Ну и ладно. Тогда иди отсюда. Бывай. А, стоп, во-во, мужик, стой. Приветствую. Приветствую, дамы и господа. Какой голос. Приветствую. А, нет, слушай, он не травник. Значит, это чувак, который... Потому что у того... Бывай. У него также, как кузнеца, можно было у него сразу готовить. Только молиться и просить, чтобы нас зло миновало. Зовите меня, если что, я его отпищу, это зло. Так вот, короче говоря, у того прям было, можно приготовить тоже был эликсир и, видимо, докупать сразу ингредиенты, если каких-то не хватает. Так, ладно, понятно. Здесь у них нету этого кузнеца. Источильный камень. Это другое. Поехали. Подожди, там еще задание должно быть. Я помню, должно быть еще задание. Ну, как минимум одно про сковородку. Ты бабку сковородку. Это же здесь. Возможно, мы сейчас это... Может, еще не поговорил с кем-то. Может, как-то съездил. Сколько? Сколько? 135. Ну-ка. Платва. Платва. Поехали. Ой, мужик, извини. Она лошадь, ей можно, она немножечко не будет. Пошла. Хвороба какая-то меня пробрала. Что-то здесь что? Нет, ничего. Все, поехали. Трупы зверюшек. Но я на всяких волков и прочих уже, если там просто не буду в тех зонах, куда я приеду по какому-нибудь заданию или вопросику, я на них не буду отвлекаться просто потому, что ну так можно. А, вот и бандиты. Ну, пиздец тебя. Да, братва, ну-ка плотва заработает. Думаю, подожди, откуда ты знаешь плотву? Ну, да, здесь были бочки. Не то, извините. Убери. Бутерброд. Я убил его и забрал его бутерброд. Вот это просто беспредельщик. Геральт просто творит такое. Старая козья шкура. Это я из мешка какого-то достал. Крона, серебро, охотничьи штаны, отвар из туманника. Ну и заебись. Во все тяжкие. Что за ачивка? Во все тяжкие. Выучить 12 рецептов эликсиров. Окей. Понятно почему. Во все тяжкие. И так там топают вдалеке, что прям уверен. Точный болт. Касатка. Что у нас дает касатка? Запас воздуха при плавании под водой улучшает подводное зрение. А-а-а. Прикольно. Так, дай сразу на карту мира. И вот сюда. То есть столько всего полезного, как вот можно не исследовать мир? Так, это что, болотник? Погоди, плотва. Пускай хер с ним. Да ёпта, я не хотел. Ну трупа ничего нет, плотва, валим отсюда. Нам здесь не рады. Стоп. Че? Кого? Нет. Я уже добрался просто. Все? Целый вопросик вот на это? Нет, то, что я был против, но... Ну-ка, игра. Игра! А есть кнопочка «Убрать интерфейс»? По-моему, нету. Так, ну и поехали тогда мы. Два вопросика еще. Вот прям сюда, вот сюда и на задание. Давай, плотва. О! Да, я понял. Все. Подожженные облака газа взрываются. Вот хорошо, буду знать. Опа. Его же прям с лошади, в принципе. Херачить. А, это волки, стоять. А? Волки, волчары. Волчары! А, им похуй, они в том газе вон валяются, им хорошо, им здорово. Давай. Да, пока она взорвется, это... Ой, блядь, что я делаю? Я их этим пизжу. Я вроде в боку стоял, но ладно. Ух, нихуя себе, что-то прям нагрелся. Ладно, сейчас компуктерик, мы вот эту серию дописываем и завершаем. Так, во-первых, давай-ка мы сделаем... Так вот. 5. Поехали. Тихо. Не надо. Нифига себе, у меня лошадь какая. Опа. Да что, двоих, что ли, сразу? Какие-то мечи вроде были, ну давайте. А, блин, вот же я что хотел еще посмотреть. Починить там его. Да ладно. Кстати, новую нашел. Ну, честно говоря, там я себе хочу сделать просто те мечи, которые есть. Что змеи и прочее. Еще бы как их сделать, учитывая, что здесь нет ни одного мечника. Это единственное место, где я в этом году купаюсь. Так, нет, в прошлом году, по-моему, один раз получилось. Военные трофеи. Really, nigga? Улучшенное седло можно было просто найти? Эх, ну ладно. Что ж теперь сделаешь? Это то же самое, правильно, которое сейчас у меня. Ладно. Блин, как затища какая-то. А, подожди. Подожди, так это мы с бароном здесь, что ли? Что? Это же барона обитающий, по-моему, нет? Император поведет нас прямо на Новиград. Новиградский гарнизон. Сюда можно телепортироваться, теперь замечательно. Так, мне наверх, а тут что у вас, ребят? У вас есть что-нибудь это? Как бы помягче сказать, нам спиздить. Ну вот уже вижу, что есть. Стражники не любят воров, будьте осторожны. Успокойся, ведьма. А, то есть вот в военных лагерях не надо так делать. Все, понял, вообще. Дисциплина. Вот чего вам всем не хватает. Да, да, согласен. Угарский посланец. Окей. Все, понял, теперь где-то прочитал кто-то, что типа, вот, они не любят, ничего не любят, всем похеру, говорит, заходишь, лутаешь, а оказывается, что именно солдаты. Все, понятно. Блин, я могу путать, да, по-моему, это здесь вот барон сидит же, ну, кто играл в третьего Ведьмака, тот знает, кто такой барон. Я проявляю неуважение к твоему языку, понял, сука? Это военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Капитан Петер Саар Гвинлеве сейчас в башне, за воротами направо. Надо полагать, у капитана есть ко мне дело. Это армия, Нордлинг. Здесь не спрашивают. В башню. Живо, бля! Какие вы грозные пацаны, да, господи. Ну да, слушай, а нет. Или нет. Или да. Потому что барон где-то на следующей локации будет. Я же эту всю локацию. Пиздят 2 раза в месяц. Мужики, да, мужики могут и раз в 4 месяца. Ой, все, все. А-а-а, господи, он что-то сказал, ухожу. Валим отсюда. Пацаны, он говорящий, валим отсюда. Эссон Новиград. Синь добровью. У-у-у. Ты ж мой хороший, ты ж мой хороший. Пароль? Да. Не знаю никакого пароля. И значит, вы здесь просто так ходите? Интересно, зачем? Имперские мечи считать? В армии таких на эшафот отправляют. А таких, которые торгуют казенным имуществом. Вижу, в товарах вы понимаете. Так может, что прикупите? О, это мечник. Это мечник, я жопой чую, это мечник. Как там настроение в лагере? Думаете, победа уже ваша? Ага. Значит, все-таки шпион или провокатор? Да мне просто любопытно. Ага. Ну так вот. Можете передать всем любопытствующим, что войну мы выиграем. И это по той причине, что Родовид больной на голову, о чем и так все знают. А у нас первоклассно обученная армия и снаряжение на высоте. А кстати, вы хотели что-то купить? Нет, мужик, не купить. Сделай для меня одну вещицу. Я думаю, такое что, чтобы ты не сделал. Ученик. Да, лопала, теперь у меня хуйня. А, мне не хватало, да. Он может сделать. Он красавчик, он может сделать. Представляете? Это да. Так. Значит, мы продаем. Продаем. Здесь ему что интересно? Здесь ему интересно всякие... Не знаю, ингредиенты пока мне как не хочется продавать. Такая штука все-таки полезная. Так, тут... За сколько? За 101 все еще. Я пока по времени, возможно, уеду, когда какую-нибудь в зиму, в... А, это на Платве нет. В смысле, подожди. Я не понял. Он же вроде не показывает то, что у тебя надето. Так, ну-ка, мужик. Секундочку. Бывай. Мать, это седло. А, я же сейчас в этом, да, все, я же нашел только что еще в сундуке. Вы шпионить? Да, пошпионить именно так. Ну дай товар. Покажи мне свой товар. Точно, я уже забыл. Вот. Так, теперь ремесло. Сначала нужно серебряный. За сколько он? Я понял, за сколько ты его... А, его нельзя купить, у него его не... У тебя нет серебряного этого? Пиши, что там нужно серебряный слиток серебра. Так. Железный слиток. Чего не хватает? Тебе одного не хватает. Ладно, тварь. Серебро. Просто серебро. Зериканская смесь, да, на это. Тут серьезно, у тебя одного серебра не хватает. Ну ты тварь, просто ты. Знаешь, какая ты тварь, мужик? Пошел отсюда. Бывай. Дуванчики у тебя все сорвут. Так, давай. Ща. Нет. Да. Давайте мы вот так вот. А теперь, чтобы это точно все сработало, еще раз дополнительно вот так вот. По идее, у него должен был обновиться инвентарь. Так. Сдат нахерели, целый день на карачках. Тут просто сутки на карачках просидел. Вы шпионить? Так, кое-что сделать. Не. Ничего не понял. У меня ж только что на него не хватало. И там нужна была какая-то пыль. А, типа его можно из этого... Ёб твою мать, ну ладно. Окей, ладно, сам дурак. Но у него, кстати, не появилось, в общем. Так, серебряная школа змей. Ха, теперь денег не хватает. Почему не хватает? Совсем чуть-чуть. Вот мне надо... Подожди, вот этот вот... Он получше всего. Это, по-моему, сейчас, ну-ка. А, ну конечно, блин. А, вот 40-50. 49-61. Да, вот этот лучше. Это вообще пиздец, какой-то конский у него урон. Так, 104, да? Блин, что тебе продать-то на 104? кстати. Так, ладно. Можно что-нибудь ему продать. А чего? У моего не так, чтобы очень чего-то много. Давайте мы ему продадим яд, допустим, из 14. Так, мне нужно... Угу. Да, 5 продадим. Да. 56. Да, еще чуть-чуть продадим. Ну, вообще похуй. Мы сейчас всего этого насобираем, а этот меч просто нам очень... Я его накупил. Да, я его накупил, я его тебе назад и продам. Забирай. Ой, да вот его ебать, держи. А, один яд нужен был, да? Извините. 56, сука, 56, 56, 56, 56. Что мы можем продать за 56? Ладно, остальное меч пустим, пускай пока будет. Чем пока с дубиной гоняем? Бывает. Так, 56. Это у нас какой, значит, серебряный меч школы змеи. Полск! И сюда можно что-нибудь запихнуть. Малый рунный камень верес, 2 мощь знаков, 2 шанс вызвать горение, 2 шанс вызвать заморозку и 2 шанс вызвать оглушение. У них 4 штуки аж. Да, пока я его впихну. То, что можно будет вытащить. Целая куча. Так. Вот. Отлично. Ну, пошли. Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство. Крестьянин я. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? 40 корцов. Было и больше, только наши, то есть темерцы, раньше уже забрали и... Дадите 30, уже хорошо. Ну, по рукам. Скоро жду транспорт. Благодарю. Покорнейше благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли, краснолюда. Ты для него высоковат. В логике тебе не откажешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Ватгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Йеннифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Ты все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Грифон. Тут в окрестностях завелся грифон. Да. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. По рукам. Но прежде чем я начну, пара вопросов. Ты знаешь, где у грифона логово? Сперва он держался возле лисьего бора. Я послал туда патруль 5 молодых ребят. 2 дня спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если бы не бляхи. С тех пор грифон нападает где попало. В деревне, на полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привести? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Хотя и странный. Для приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Крушина? Впервые слышу. Но я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет, сперва были поговорки. Например, не играй с огнем. Загляни к Тамире. Это травница. Живет на распутье, она тебе поможет. Тамира и Мыслов. Спасибо. Эс-зон Яктон. Мужик, что ты в темноте сидишь? Видал, да? Ну вот это я могу. Даже смотри, даже еще смотри. О, красота, да? Но моя работа на этом закончена. Начались сражения, а мужики жизнь отдали. Так, ну значит, что у нас получается? Вопросики все. Это у нас травница, это у нас этот. Где-то же должна быть еще бабка со сковородкой. Давайте мы посмотрим, может там объявление новое появилось. Просто мне нужно 2 копейки, грубо говоря, денег. Вдруг. Выпить касатку, эликсир позволяет зашить дыхание очень долго, да? Я могу долго задерживать дыхание, как говорил Лесли Нильсон в одном охуенном фильме. Так, да хорошая игра, ну что тут? Нет, это есть. Ну ладно. Тогда будем на этом заканчивать. Я же еще очень много интересного. Охота за грифоном, на грифона и прочее. Вот. Но тем не менее. Стану так вот сюда. Ладно, все, ссылка будет в описании, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзору фильмов, на канал автора музыкальной темы, на канал Маргарита Ванисбекова, душевные игры, роза, процессы, капов крип, жмякайте на колокольчик, чтобы приходили... А, мой телеграм-канал, да. Жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления обо всех роликах, и по возможности поддержите канал материально, ссылка на все реквизиты есть, очень сильно этим поможет. Вот так. Все, всем всего доброго, играйте в хорошие игры, и всем пока.